Мне было 6, когда я впервые увидела солнце. Было трудно, но ненадолго настал мир. Время процветания. Но случилось нечто ужасное. Сила! Вот новая валюта. И благодаря вашей слабости мы будем нереально богаты. Нам нужны люди и материалы. А люди на севере? Эдемцы. Сделка с новым Эдемом. Это сделка с дьяволом. И после всего... После всего, что я сделал... Ты приходишь за помощью. Ко мне? Похоже, вы напуганы до смерти. За надежду. Теперь весь вечер отмывать надежды и мечты со своих бутсов. Девочки, вам папа не говорил не соваться в такие места? Нет, он не разговорчивый. С тех пор, как мы его пристрелили. Не думала, что моя первая поездка в Вашингтон будет такой.
Первая атака была в Нью-Йорке, теперь мы нужны и в столице. Но если в стране идет гражданская война, кому доверять? После долгих месяцев сопротивления нам удалось справиться с вирусом, который искалечил нашу страну. За этими стенами творится какой-то ад. Не знаю, что вы там делаете, но здесь это незаметно. Но наша битва за спасение нации от уничтожения еще не закончилась. Ложись! Все живы в укрытии! Безжалостные силы грозят гибелью самой сути нашей демократии. Стаи жестоких гиен, религиозные фанатики и фашисты, которые охотятся на слабых и убивают невинных. Для агентов спецотряда, которые все еще пытаются спасти страну, это время выбить врагов из их крепостей. Компромиссы не для нас. Отступление не для нас. Это момент, когда решится все. Наш шанс спасти страну. Наш шанс изменить историю. Пейзажей Days Gone захватывает дух. Хочется просто встать и любоваться долинами, реками и водопадами. Но не стоит. Вы здесь не на отдыхе. Вы боретесь за выживание. Лавовые поля и пещеры, порожденные древними вулканами, стали идеальными убежищами для мародеров. Вражеские лагеря встречаются в самых разных местах, что вынуждает вас всякий раз использовать разные стратегии. Езда на байке, будь то густой лес или узкая тропа на дне оврага, превращается в настоящее испытание. А еще большую угрозу таят в себе... Фрики! Заброшенные автостоянки, рассыпаться, найди его! Маленькие городки и лесные поселки. Ах ты, тварь! На раннем этапе эпидемии трупы погибших вывозили за город и хоронили в братских могилах. Теперь такие места служат источником пищи для фриков. И здесь вас ждут жаркие сражения с ордами, в которых выжить не так-то просто. С переменчивой погодой тоже нужно считаться. На севере и без того труднопроходимые тропы размывают ливнями. Снег, выпадающий в горах и предгорьях, делает фриков еще сильнее и опаснее. В игре представлено 6 регионов. Блокпосты Неро, лагеря выживших, заблокированные тоннели. Исследовать все это вам предстоит на свой страх и риск. Thank you.
ведь поможешь, Артём. Thank you.
In the closing years of the Sengoku era, Japan was consumed by a perpetual conflict. What's the matter, Stray? Nothing left to lose? Well, would you look at that? Will you join me, starving wolf? That day, I pulled you from the battlefield. I had no idea what you'd become.